Шалом, драгоценные друзья, приветствуем вас из Лондона. Наша община «Совокупность совершенства» рада снова быть в эфире и общаться, и нести Слово Божье. Сегодня мы изучаем очень важную главу, которая называется «Китиса». «Когда будешь подсчитывать сынов Израиля». То есть вот именно эта фраза «Китиса», «Когда будешь считать». И на самом деле это достаточно такая противоречивая глава, потому что то есть, там несколько тем, но вот эта тема по поводу переписи населения, она не совсем такая простая, потому что вообще в Библии запрещено. И мы читаем, что царь Давид как-то пересчитал в книге про племенон, он народ пересчитал, Бог так на него разгневался, и что сказал, выбирай там три наказание там. И он выбрал, чтобы не впасть в руки человеческие, впасть в руки Божьи. Это мы читаем, там есть интересное такое место. Это вторая книга Царств, 24 глава. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, он, пойди исчисли Израиля и Иуду». Да? То есть, вы помните, сказка была как-то Варвара Краса, длинная коса, по-моему, да, там, где этот царь решил пересчитать свое царство, считал, он заставлял там всех пересчитать, а многие сказки, они написаны по библейским сюжетам. Например, там тот же самый Ганс Христиан Андерсен, он когда писал сказки, та же «Снежная королева», это зашифрованное Евангелие, то есть там вот это сердце, которое попало, осколок этого зеркала, который разбил злой тролль, и там как девочка шла и любовью спасла своего брата. Это очень евангельский сюжет. Так вот, здесь то же самое. Этот царь заставил Давид, то есть он по-своему решил посчитать все, что у него есть. Да, так же, как... То есть это не было приказом от Бога, потому что это противоречит главному принципу веры. Потому что Бог всегда говорит, не бойся малое стадо, я благословлю вас. Неважно сколько, главное как. Главное вера, главное желание служить Господу. И когда оно прошло, и подал Яков список, когда вторая книга Царств, 24 глава, и что израильтян было столько 800 тысяч, иудеев было 500 тысяч, и как только он получил эту информацию, да, ух, его сердце так, написано, дрогнуло, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко я согрешил, я поступил так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. И вот Бог ему дал эти три наказания. Почему Бог показывает свое отношение к переписи, то есть когда мы считаем, исходя из гордыни, да, то есть, когда я хочу посчитать, что у меня есть, когда вот пастора иногда собираются, и каждый мерится размером церкви, или там айфонами последними, или еще чем-то. То есть, мы хотим посчитать какие-то материальные блага, и это есть предмет гордости. Но в этой главе происходит нечто совсем другое. Но прежде чем мы посмотрим и попробуем понять, почему Бог сказал «иди Моисею», и когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, да, в 11 главе 30 книги Исход, пересмотри их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении их, и не будут между ними язвы губительные при исчислении их. То есть, что говорит Господь? Я тебе разрешаю посчитать, да, но сделай это правильно. Теперь Бог говорит, у меня есть другая причина, не для того, чтобы гордиться, не для того, чтобы ты наслаждался тем, что ты имеешь богатством, какими-то своими достижениями, всякий поступающий в исчисление, да, должен давать половину сикля, ну, шекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, пол шекеля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Богу. И дальше написано, богатый не больше и бедный не меньше, пол шекеля должен давать приношение Господа для выкупа душ ваших. Очень интересная такая заповедь. И богатые, и бедные, все должны были принести по пол шекеля.
при пересчете. Таким образом народ считался по полшекелю. Для чего? И там дальше написано: «Возьми серебро, выкуп от сынов Израилевых, и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых, память пред Господом для искупления душ ваших». То есть здесь вот в этой главе раскрываются интересные моменты, принципы, которые говорят, что когда строится скиния, дальше идет, когда алтарь, когда там Бог благословляет людей искусных, чтобы они там строили все внутри скинии, он говорит, вы должны принести вот эти полшекеля. Почему это важно так? Потому что когда... И там неважно, богатые или бедные, все одинаково. То есть это принцип смирения, принцип радикального смирения, да? То есть радикального такого послушания, если хотите. То есть мы говорим, что Библия дает нам какие-то принципы, законы, которые помогают нам чего-то достигнуть в жизни, ну, прожить жизнь нормально, то есть, ну, чтобы в конце концов мы могли, как Иисус рассказывал в притче, что хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего, чтобы мы достигли какого-то хорошего результата в нашей жизни, как и Павел писал. Течение совершил, веру сохранил, и готовится мне венец правды. Не каждый может в конце своей жизни это сказать. Так вот, чтобы вот эти полшекеля, они говорят о том, что мы собираем вот ту часть нашего естества, то есть я все равно буду половинкой, это взаимное дополнение. То есть, когда мы начинаем думать о церкви, когда мы начинаем думать об общине, когда мы начинаем думать о деле Божьем, то есть мы понимаем, что мои полшекеля могут сыграть огромную роль в строительстве общины нашей. Это очень важно помнить. Вот недавно, буквально позавчера, по-моему, мне позвонил мой друг, наш знакомый, и он говорит, он сейчас пытается тоже постигать еврейскую культуру, и он стал разговаривать в синагогах очень много с раввинами, с разными представителями еврейских общин, и он говорит, он столкнулся с таким самой главной проблемой. Он говорит, что все евреи, ну, большинство, которые не верят в Иисуса, они говорят, обвиняют христиан в том, что христиане идолопоклонники. Они говорят, потому что мы не поклоняемся человеку, мы поклоняемся Богу одному, а вы поклоняетесь человеку, вы язычники, то есть вы не являетесь поклонниками живого Бога. И так как мы эту тему хорошо проходили в библейской школе, ну и изучал я, там есть очень много книг на эту тему, есть замечательная книга одного раввина мессианского Сантала, он написал книгу, которая называется «Божественность Мессии». Там действительно он расшифровывает вот эти вещи. В чем заключается здесь наш ответ? Да? Вот, раввинам, я много раз использовал это. Когда мы говорим о Мессии, можно задать вопрос нашим ортодоксальным братьям и сказать, ну хорошо, ребята, вот мы ожидаем Мессии, да? Вы ожидаете Мессии? Да. Почему? Чем этот Мессия? Кто такой Мессия? Это будет особо помазан, это будет простой человек, как говорят в основном раввины, говорят, его помажут, он будет такой. Я говорю, ну почему мы его ждем? Что, других людей нету, что ли? Нету умных раввинов, нету умных, хороших людей в еврейской общине есть. Чем будет отличаться этот Мессия, которого вы ждете? Чем он будет отличаться? Ну как? Ну будут у него какие-то сверхспособности? Ну да, у него будут какие-то сверхспособности. Он будет обладать разумом, он сможет нам ответить на все вопросы, которые раввины не смогли веками. Он откроет нам тайну Торы, он все расшифрует. И он будет, да, и он сядет на престоле. Он будет судить народы израильские из Иерусалима. Это будет помазанник Божий, который восстановит Израиль. Я говорю, хорошо, а что Иисус, чем он не отличается? Это у него были способности, он был Сын Божий, он несет в себе. То есть он будет помазанник, которого вы ждете, он будет обладать божественной природой, да, ну, Иисус обладал божественной природой, он доказал свою божественность тем, что он исцелял больных, воскресал мертвых, то есть он обладал властью на жизнь и смерть, он открыл тайну Писания, тайну Отца,
То есть, в чем вам Иисус не нравится? Ну, а вы когда поклоняетесь, вы Ему поклоняетесь. Мы говорим, ну хорошо. Иисус как сказал? Я и Отец одно. Поклоняющийся Иисус, Иешуа, Он поклоняется Отцу. Потому что Он Отец, и они неразрывны. То есть, никакого идольства. Если мы начинаем поклоняться там, Петру, там, всяким святым, которых в Ватикане, там, в православии, да, это уже идолопоклонство, это язычество, да, которое ввел Константин. То есть, мощам всяким, иконам. Это язычество. В христианстве много такого. Но поклонение нашему Мессии, Иешуа, или Отцу, он говорит, я и Отец одно. То есть, это неразрывно. Поэтому в этом нет идолопоклонства. Да? Я к чему это говорю? Потому что, когда мы ищем нашего Мессию в словах Торы, в словах псалмов и пророков, мы сразу должны понимать, что это сам Бог открывает нам посредством Руах ха-Кодеш все тайны этого Писания. Итак, мы читаем, что выкупи богатый и для того, чтобы начать служение. Теперь мы переходим ко второй теме, потому что это все подводит нас к тому, что в этой главе, ну, 30, 31, 32, 34, рассказывается исход, книги исход. Там идет речь о получении Торы, да, 10 заповедей, когда скрижали, который он спустился с горы. И когда он увидел народ, не было 40 дней, народ, который сделал золотого тельца, разгневался Моисей, разбил эти скрижали, потом Господь ему заставил делать их снова, он вернулся. И здесь также очень много говорится о субботе. Ну, Марина уже начала говорить о субботе. Я хотел бы немножко вот связать все эти темы, чтобы нам было увидеть красоту замысла Божьего. Почему? Потому что все, что, вот, казалось бы, ну, грех золотого тельца, он как бы там вообще ни к силу, ни к городу. То есть, вот, как бы, как могли евреи? Раввины, когда толкули в веках, они сравнивают этот грех с грехом царя Давида, когда он согрешил с Версавией. И говорят, это похоже, но там Давид один покаялся, а тут целый народ согрешил, который впал в этот грех. И поэтому Бог говорит, главная проблема, почему люди впадают чаще всего в грех и не могут справиться со своими искушениями, это потому что они не совсем правильно понимают, ну, соблюдают субботу, как мы уже начали говорить. И вообще суббота, шаббат, самое интересное, что эти три буковки шаббат, да, ше, там, бейт и тав, они однокоренные со словом тешува. Это тоже одно и то же слово, только написано, то есть покаяние. И на протяжении веков люди, когда, ну, в еврейском народе, те, кто не знает иврит, они не могут видеть эту красоту. То есть, когда Бог создал эту субботу, да, от начала, Он именно заложил, что в этот день, как бы посвященный Богу, да, день покоя, радости и доверия. В наше время, как мы знаем, мы живем в современное время, мы замечаем, что мы, большинство, особенно в Лондоне, особенно, ну, в Англии, но я думаю, это везде сейчас одинаково, что люди работоголики, потому что работа сейчас стала идолом, потому что мы не можем по-другому, нужно зарабатывать деньги, нужно жить, вот этот ритм жизни, все крутятся, вертятся, и все понимают, но если я не буду вертеться, если я не буду крутиться, мы тоже в Тель-Авиве были недавно, там один очень богатый человек говорит, Ну, вечером в шаббат мы собираемся с семьей. Но я так не соблюдаю. Я говорю, деньги зарабатывать надо. Ну, да, мы традиции еврейские держим, но ну, работать надо, деньги зарабатывать. И люди, когда работают, и загнали себя до такой степени, вот сейчас количество психических заболеваний в Британии просто зашкаливает. Люди устают, люди не могут соображать, что происходит. Люди не могут справиться со стрессом. И вот непонимание этого шаббата, это есть один из корневых проблем. Почему впали в золотого тельца? Почему? Давайте посмотрим. Буквально несколько моментов еще. Вот сказал Господь Моисею. Да? Исход 31 глава, 12 стих. Скажи сынам Израилевым так.
субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, то душа должна быть истреблена из народа своего. То есть Бог говорил, то есть в своем замысле, ну как для народа Божьего, он говорит, нарушение субботы – смерть. Это настолько важно, вы должны понять, вы должны уловить, потому что в чем, почему так серьезно он относился. Иногда я когда с христианами, ну, которые не до конца понимают эту тему, разговариваю, они говорят, ну, суббота – это седьмой день, это, у нас суббота – это воскресенье. Никакого отношения воскресенье к субботе не имеет. Это седьмой день, у меня суббота во вторник, у меня суббота в среду, может быть. Почему это не библейское? Это сатанинская ложь. Не может суббота быть во вторник. Потому что у нас есть еврейский календарь, который от начала, от первой субботы лунного календаря, это так называемая лунная суббота, которая ведется от Адама. Ты не можешь менять по-своему. Ну, пытались эти григорианские там менять. Но сейчас я объясню, в чем смысл. Шесть дней пусть делают дела, седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилева субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе, дал ему две скрижали, откровенные скрижали каменные, на которых было написано перстом Божьим. И так Бог, давая закон, 10 заповедей, говорит с Моисеем очень интимные вещи, очень глубокие. О субботе – суббот, кстати, здесь написано суббота – суббот, но шаббат – шаббат, да, то есть это шаббат – шаббатон. Это настолько важно с точки зрения Бога, что он ему должны помнить. Иногда я говорю с христианами, спорю, они говорят, ну вот я их спрашиваю, ну хорошо, 10 заповедей, вот скажи, не убий. Это заповедь, которую все-таки ты считаешь, ну ее почитаешь как-то. Ну, они говорят, закон не нужен, там все это устарело. Там. Ну не убий. Мы, верующие христиане, должны не убивать. Ну да, то есть это Бог сказал. Ну то есть ты считаешь, что это нормальная заповедь. Ну да, почитай отца и мать. Нормально. Не воруй. Нормально. Почитай субботу, отдели ее, свята она. Почему это не является главной задачей с точки зрения Бога, с точки зрения вообще от начала мира? Бог осветил, там написано, кидушим, он осветил субботу, да? Давайте мы посмотрим. И что произошло вот это с Адамом, когда он нарушил, да? То есть Бог приготовил шаббатный покой, да? Давайте мы посмотрим, чтобы нам было понятно. В Бытие там написано, когда Бог сотворил землю и небо. Да? Мы так совершим, вторая глава, небо и земля, и все воинство. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почтил, почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил седьмой день, освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которых Бог творил и созидал. Некоторые говорят, что вот когда Бог почил, это не значит просто отдохнул, потому что понятие отдыха, хотя и это входит в субботу, да, люди не умеют отдыхать, не умеют. То есть сейчас я покажу, какие принципы, легко их применить, и мы увидим, что люди могут расслабиться намного лучше, и общество оздоровеет, если мы просто соблюдем эти простые библейские принципы. Он, ну, представьте, Бог творил, говорил, и первый день он одно сотворил, второй, и говорил, хорошо. И когда он сотворил субботу, говорит, весьма хорошо. И отдохнуть, и почил, для того, чтобы вместе с Адамом, с Евой в субботнюю вечную жизнь, это название вечной жизни, это суббота, чтобы ну, отдыхать и взаимодействовать с Адамом, с Евой, с народом Божьим в покое, да, в атмосфере любви, взаимодействия. И когда он отделил, осветил, то есть он приложил максимум усилий, чтобы этот день стал для людей отдельным. 7-6 дней работы, 7-й день отдай Господу. Это как отдавать? Когда мы, говорю, приехали в Израиль, я уже рассказывал,
вошли в ортодоксальный район и смотрели, как соблюдают субботу евреи. Когда я христиан спрашиваю, скажите, как вы соблюдаете воскресенье? Они говорят, ну, мы в воскресенье просыпаемся, идем там в церковь, помолимся, потом прославим Бога, потом возвращаемся, кушаем, ну, и гуляем, отдыхаем, телевизор смотрим. Не понимают люди, что такое суббота вообще, то есть от слова «вообще». То есть, когда мы говорим, что начали соблюдать, мы начали соблюдать как положено, от начала, то есть в пятницу вечером зажигаем свечи, обычно это делает жена, там, женские руки, мы читаем кидуш, мы молимся за хлеб, вино, мы собираемся всей семьей, мы благословляем, мы расслабляемся, отдыхаем, мы не разговариваем. Ортодоксы, они вообще в этот день, в субботу они идут в синагогу, потом они идут всеми семьями, танцуют, веселятся. Мы пришли, у нас был телефон, говорит, убери, мы телефоном в субботу не пользуемся, мы даже ручку не берем, мы просто отдаем этот день Господу. Да, есть перекосы человеческие. Мы сейчас увидим, в чем они заключаются в Галахе. Но когда Бог задумал субботу, у него было желание, чтобы мы могли так отдохнуть. Потому что, как Библия Тора говорит, что в этот день выделяется двойная энергия. Мы читаем про манну, да? То есть не надо собираться. Выделяется способность человеку расслабиться так, чтобы на всю неделю он зарядился так энергией, чтобы мог жить, веселиться и радоваться. Итак, для чего вот нужен этот покой? Почему он нужен? Где его взять? И как нам провести субботу так, чтобы и нам получить благословение, и Бог был радостный? Давайте посмотрим. Теперь еще. С чего начинается? Мы поняли, что когда Адам согрешил, да? Вы помните, как звучит первая заповедь? Она звучит так. «Шма Исраэль, Адонай Элохим, Адонай Эхад». Что переводится? «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть». И вот слово «Эхад» – «один». Да? Это означает, что Бог один. Да? И он хочет, чтобы с ним возлюби Бога всем сердцем, всей душой. Но когда мы видим, что Адам согрешил и стал идти иным богам, иным путем. Слово «иной», да, и он здесь же в этой главе, в 30-й мы читаем, 31-й, что иные, не поклоняйтесь иным богам, тоже заповеди. Слово иной, там вместо эхат поменялась одна буковка. Там вместо буковки Д появилась Ре. И читается это Ахор, иной. То есть человек из человека, который способен поклоняться живому Богу Эхад и понимал, что он один, и видел единство Бога во всем великолепии мира, он стал Ахор, то есть он отошел, он начал иные голоса слышать, он начал видеть другие влияния. То есть мы, люди, вот сейчас настолько подвержены влиянию средств массовой информации, там сейчас ведется, сейчас ждут НЛО, сейчас ждут инопланетян, сейчас людей готовят к каким-то всяким вещам, от которых, ну, волосы дыбы, потому что люди отошли от Бога, они перестали видеть Эхад, они теперь видят только Ахор. То есть они все иные вещи как бы воспринимают всерьез. А когда Бог говорит, шаббат, ребята, это цель, это седьмое тысячелетие, когда Иисус придет, что такое тысячелетнее царство Христа? Это шаббат, это отдых, это то, что Адам с Евой должны были сделать, но и войти в этот покой, но из-за того, что Ахор, они начали слышать, и началось идолопоклонство. И поэтому Бог говорит, что главная задача вернуться, вот, тикун олам, вернуться в состояние покоя посредством шаббата. Теперь, значит, почему он нужен, этот покой? Потому что вот статистика. Информация. Вы прочитаете, вот сейчас книги выходят, газеты печатают, что люди настолько зациклились в ритме, не знают, как освободиться от этих всех влияний. Отдыхать уже разучились. Люди. И более того, сейчас технология дает возможность работать, ну, как бы, на удаленке, работать там, то есть еще больше работать. То есть раньше ты пришел на работу, поработал, а сейчас, может, и дома работаешь, и там работаешь. И люди погружаются в атмосферу суеты. То есть это суета, никак не могут. И поэтому страдают и не знают, как остановиться. У нас вот
У нас соседи, они очень занятые люди тоже, вот, ну, они англичане, они работают там, ну, там, в определенной сфере. И каждый раз мы звоним, и каждый раз, когда мы пытаемся что-нибудь как-то наладить, они говорят: ой, мы заняты, у нас там звонки, у нас переговоры, у нас встречи, у нас то. И мы видим, что люди живут, да, они немножко зарабатывают, но они все время в напряге, да. Потом они все бросают, куда-то едут. И здесь нужен баланс. Вот что такое правильно соблюдать свободу? Это сбалансировать твою жизнь. Вот где его взять? Давайте мы посмотрим одно местописание, которое нам расшифрует. Это Евангелие от Луки, 6 главу. И мы посмотрим и вот тот ответ, который дает нам Христос, который нам, наш Мессия, который объясняет, что такое суббота и корень, как его соблюдать, что там. И вот в субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему, нашему Мессии, проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руки. Некоторые же из фарисеев сказали ему: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? То есть, есть 39 видов работ, которые, согласно Галахе, это учение, да, в Мишне, если вы прочитаете, есть два трактата в Мишне, которые раввины написали, специально о соблюдении субботы. Там столько наворочено, там так сложно, они сами запутались. Вот это можно, это нельзя, там столько дней пути, столько это можно. И вот один из этих моментов, который людское истолкование, то есть 39 видов работ, это раввины собрались, устанавливая еврейский символ жизни, они, образ жизни, они написали, что вот нельзя колоть, подумали, не надо, это нехорошо, в субботу не надо это делать. Да, там был такой момент, что можно, исцелять можно только в случае, если человек при смерти, а так нет, ждите следующего дня недели. И Господь наш Мессия, он, когда разговаривал с фарисеями, он говорил, что, ребят, вы построили забор, да, и одна из причин, которую евреи ждут Мессии, они говорят, он заберет этот забор, он будет Шило, примиритель, который разрушит забор, разделяющий преграду, и он принесет понимание так, как положено, как субботу соблюдать. И вот здесь Иисус отвечает на этот вопрос. Иисус сказал в ответ: разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Он приводит из книги Царств, когда Давид вошел голодный, с воинами, в храм. И там в храме, мы знаем, мы видели это в Иерусалиме, там стояли эти хлебы. И он их взял, которые посвящены Господу, и раздал своим воинам. Мама мия, он нарушил субботу, как бы, можно подумать. Иисус говорит: нет, не должно было есть никому, кроме одних священников. И ел, и дал бывших с ними. И сказал им: сын человеческий, есть и господин субботы. То есть, если ты находишься в правильных отношениях, что такое сын человеческий, есть господин субботы? То есть, вот это корень субботы. То есть, мы должны встретиться от начала с Иисусом во время субботы Иешуа и получить всю полноту благословения по милости Божьей. Вот потому что он господин, и он решает, что нужно делать. И в тот момент, так как Бог имел, и Давид имел отношение с Богом, мог слышать, мог чувствовать, слышал голос Божий, он, грубо говоря, нарушил субботу, но на самом деле он не нарушил, потому что дальше написано, что Бог его не наказал. Там малейшее, Давид, когда нарушал какие-то, вот пересчитал, Бог его наказывал так, что 70 тысяч израильтян погибло, извините. Пересчитал народ. Он там подумал только, пришел пророк Натан, говорит: я тебя так устрою, если это. Бог с Давидом не церемонился. А тут он съел в храме хлебы. Ничего Бог ему не сделал. То есть это о чем говорит? О том, что Иисус, Сын Человеческий, есть Господин из субботы. В чем здесь смысл? Вы понимаете, когда мы разговариваем с верующими, они очень часто говорят, что суббота – это закон. А мы живем, это уже устарело все. Это уже ушло. Во-первых, куда ушло? Во-первых, до закона суббота существовала, ее все соблюдали. И то, что мы читаем, это было до того, как был дан Тора. Хотя, и они говорят, вот
Ну, какой, не было там закона, ничего никто не соблюдал, все жили как хотели. Ребят, Евангелие от Иоанна, с первой главы, в начале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Тора существовала до начала. Исаия пророк говорит, что Бог смотрел в Тору и творил мир. То есть в начале было слово, слово было до того, как появилось оно на горе Синай, и дано было Моисею. Оно уже существовало. 10 заповедей уже существовали, они написаны в других культурах. Они даже... Суббота существовала. Это не есть вот на горе Моисей получил и все. Оно было. В начале было слово. Да? Он поставил логос, точный перевод Торы. В начале была Тора. До всего. Это материально. Тора и есть Иешуа. И когда там написано суббота, это принципиально важно, ни вчера, ни сегодня, ни завтра она не отменяется. Когда император Константин, антисемит, который уничтожал миллионы верующих мессианских, он первый Холокост он устроил, да, и он отменил, если вы прочитаете его вердикты, субботу по одной причине, потому что он говорит, эти поганые евреи, их Пасха, мы все будем не так, как они, мы по-другому будем праздновать. И с тех пор вот эта антисемитская зараза, она проникла в церковь, и люди думают, что они божественные. Нарушение субботы – это такое же нарушение вообще всех божественных принципов. Но другое дело, как соблюдать? Вот, потому что мы, как верующие, с одной стороны, дилемма. Евреи придумали забор, много очень, то есть надо ходить так, надо одеваться туда, не ходить сюда, это не делать. Это соблюдение субботы. То есть, понимаете, что, когда мы говорим еще раз, евреи не принимают мессии, ортодоксы, я имею в виду, хотя уже сейчас пачками, сейчас очень легко обратить еврея к Господу, очень легко. Помолись, прежде чем разговариваешь с евреем, скажи, Господи, сними покрывало, подойди, начинай свидетельствовать. Ну, потому что это не всегда так просто, но и у них открыты сердца к принятию мессии. Сейчас другое время, мы живем время, когда весь народ израильский спасется. Но когда с христианами разговариваешь, то есть им нужно принять и увидеть божественность Мессии для этого. А верующие христиане надо увидеть божественность слова, вернуться к изначальному, от начала как было, вернуться к субботе. Иначе христианство, оно не выживет. Потому что без субботы, я это говорю, потому что смертью каралось. Чем могу доказать? Как соблюдать? Но когда мы начнем соблюдать субботу, потому что как говорят раввины в Израиле, если вы поедете, они говорят, если бы наш народ хотя бы один раз по всему лицу земли соблюл субботу, пришел бы Мессия. Все. Мы должны так показать, что такое субботу, верующие в Мессию. Потому что мы можем иметь откровение. Дальше смотрите. Он господин субботы. И дальше расшифровывается. В этой же главе Луки 6. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая, ну, парализованная, да? Книжники же фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. То есть они понимали, что он целитель, он будет сейчас показывать чудеса и знамения, а в субботу нельзя. Я говорю, по Галахе можно исцелять только в случае смерти. Сухая рука потерпит до следующего дня, это не было смерти. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань, выступи на середину. И он встал и выступил. Но что делает Иисус? То, что мы должны, как верующие, делать, Мессия, да? Когда мы говорим с ортодоксами, когда мы говорим с христианами, с кем угодно. То есть мы должны демонстрировать силу Божью. Он говорит, почему все секретные организации, все какие-то тайные организации, какие-то гностики, которые говорят, мы от Иисуса получаем тайные знания. Ребят, Иисус тайно никогда не делал, не может город укрыться на вершине горы. Он все делал публично. И он говорит, хорошо, в публичном пространстве идите сюда. Вот давайте я вам продемонстрирую, как Бог это... Потому что в чем был смысл Иисуса? Что во время субботы Бог... Если Бог проявит свою силу, да, если Он покажет, что вот так надо делать, значит, потому что человек не может. Они прекрасно понимали, фарисеи, что
Сам человек не обладает силой исцелять. Если Бог ему дал, как я говорил уже многие раввины, когда говоришь, ну вот скажи, какой Мессия? И чем тебе Христос не нравится? Все, что ты говоришь про Мессию, все было во Христе. Поэтому подумай. Но, к сожалению, у многих, кто вырос в ортодоксальных семьях, я имею в виду еврейских, они воспринимают Христа не как еврейского мессии, они воспринимают как католика, который одет там в какие-то католические... Они вообще не представляют, что он был в Израиле рожден. Они, многие даже не знают, что он наш человек, ну, как сказать, родился как еврей, жил как еврей, умер как еврей, вернется как еврей, он не вернется как, не знаю, там, католик или протестант. Не будет такого. Он вернется как мессия еврейского, израильского народа и всего народа, всех людей. И вот что он сделал. Он говорит, выйди, выступил. Сейчас давайте посмотрим. Он говорит, вот что Бог будет делать. Потому что когда делал Иисус, он сказал, я отец одно, я не делаю ничего, не получив, я ничего не делаю и не делаю и не буду делать. То, что вне воли Отца. То есть он говорит, я отец одно, вы понимаете? И он выступил. Тогда сказал Иисус, прошу вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. Вопрос остается. В субботу что делать? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Да, есть какие-то вещи, которые Бог однозначно сказал про соблюдение субботы. Не делайте ничего, никаких дел, расслабьтесь. То есть не, просто посвятите этот день мне, всей семьей, друг другу, Господу. Да? Что делать? Добро, понимаете? То есть то, что Бог запланировал в этот день, не смотрев и посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что будем сделать с Иисусом. Но она сейчас... Это не интересует вот что. Протяни руку твою. То есть Иисус говорит, вот суббота. Субботу человек должен наслаждаться. То есть так же, как Господь сказал, весьма хорошо. Он работал и сотворил вот святость, отделил этот день. Когда говорю, к сожалению, с христианами, они не понимают, что такое отделить день для Господа. То есть они считают, что если он там сходил в церковь, помолился, там что-то послушал слово, проповедь, и все. Он соблюл воскресенье, то есть субботу. Нет, господа, это не есть вот соблюдение. Нужно сделать добро. Что здесь, какие есть вещи? Как нам соблюдать? Значит, когда мы, например, ловим себя, ну, когда вот сейчас даже у нас спрашиваешь, человек работает в субботу. У меня жена отстояла, она, понимаете, работает в ресторане, она тоже работает поваром, шеф, там, ну, она готовит, и у них работа идет и 7 дней в неделю, там нету выходных, ну, то есть они выделяют там по shift, как по-русски, я не знаю, ну, не важно, а смена, по сменам. И когда ей сказали, вот будешь работать там, пятница, суббота, она говорит, нет, пятница, суббота я работать не буду. Как? Ну, у нас, ну, они звонят. И первое время они думали, она шутит. Ну, она думала, они думали, что она там, я в пятницу и в субботу работать не буду. В воскресенье, пожалуйста, выхожу. Там народу много, в воскресенье особенно, в субботу, по пятницам. Как ты, что ты, как? Она сказала, я не буду, хотите, буду работать. Вот так. То есть, когда, что такое суббота? Ты должен принять решение. То есть, ты должен сказать себе самому, в первую очередь, что для меня суббота... Это отделенный день Господом для того, чтобы я мог провести его по-другому. То есть нужно принимать решение, твердость. И когда ты смотришь, например, я говорю, разговариваешь с людьми, которые в субботу работают, говоришь, почему ты это делаешь, почему ты не отстоишь, почему ты не скажешь, что я не буду работать в субботу? Потому что, ну, понимаешь, мне нужны деньги. Мне нужна гарантия безопасности. Если я не буду работать, у меня не будет денег. Я не смогу семью кормить, не могу посылать туда. Мне нужно... Работа мне дает гарантию безопасности. А работа не дает гарантию безопасности. Кончилась работа. Понимаете, много раз люди, когда нарушали, когда они думают, а вдруг работодатель не захочет меня.
захочет, если ты правильно поставишь вопрос, гарантию безопасности дает Господь. И через субботу это проявляется во всем. Дальше. Вот что происходит, когда мы читаем ветки, ну, в Торе про историю в пустыне? То есть главная проблема, с которой мы боремся во время субботы, да, что вот Бог добивается? Он понимает, что мы все прах и пепел, мы плоть. Да? Почему первая цивилизация была уничтожена? Он говорит, потому что мы все ропотники. Мы, у нас есть, внутри сидит, у нас у каждого, как Павел пишет, не нахожу, что во мне доброе живет. Живет ропотник, критикан, тот, который все недоволен, который все критикует. И он ропщет, и он недоволен. Он не может сказать весьма хорошо и отдохнуть. Если мы настроим наш разум, наше тело к тому, что весьма хорошо в субботу расслабиться. И заткнем рот нашему внутреннему критикану, да, то мы обретем снова способность отдыхать. Потому что люди, которые не отдыхают в субботу, то есть не то, что отдыхают, не входят в покой, он, как евреям написано. Вы не сможете войти в покой, если вы не прекратите роптать. Нужно войти в покой в Мессии. Да? Почему мы еще не потеряли? Помимо того, что внутренний у нас ропот есть, внутренний человек, который ропщет постоянно. Библия нам говорит, Тора нам говорит, что мы потеряли... То есть мы все время пытаемся чего-то кому-то доказать. Вот много интервью показываешь, фильмов много, когда там, особенно американские голливудские фильмы, они говорят, вот если ты будешь достигать, там боксеры, там ты будешь тренироваться сутками, он говорит, там все герои говорят, я там пахал, я там работал, делал, вот, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что я смогу. И когда человек обретает что-то или достигает чего-то, то, что ему кажется правильным, дает ли этому покой? Чаще всего нет. Нет, господа, не дает. Потому что покой только в Боге. Только в Боге успокаивается. А суббота – это символ покоя. Это метод покоя. Это будущее, которое грядет. Поэтому, если мы этого не поймем, не увидим и не сможем насладиться. Дальше. Что такое... Происходит, ну, мы подходим к самому важному. Когда мы говорим о нуждах о наших, и когда мы планируем неделю, планируем месяц, планируем нашу жизнь, очень люди часто не планируют отдых, покой. Да? Они планируют все, что угодно. Там. Ну, некоторые планируют там, отпуск куда-то или что-то, но... Еженедельно, Бог сказал, когда вы планируете вашу неделю, начинайте с субботы. Начинается с главного. Нужда в покое. Потому что он говорит, я так вас сотворил, что да, вы будете работать, вы будете делать, поте лица своего хлеб зарабатывать. Но если вы фокус сфокусируетесь на субботе, начнете с этого. Как я проведу субботу? Куда я пойду? Мы детей пригласим, как, что я сделаю в субботу, буду я больше читать, как суббота, что не, ну а как пойдет, от телек посмотрю, это сделаю. Нет, господа, субботу нужно планировать, субботу нужно договариваться с Богом. И тогда, потому что глубокая нужда в покое в субботе у всего человечества сейчас, войны, все эти разборки, почему? У людей... Глубокая нужда в покое. Они этого не осознают, они не хотят этого признавать. У людей нужда в покое. Дальше что еще? И вот поэтому, когда Иисус Ишуа наш говорит, что я Господин суббот, то есть Он говорит, что в Нем мы обретем удовлетворение, покой. Что мы можем сделать? Значит, как мы все это? Ну, что такое? Человек, да, человек живет в двух измерениях, то есть внешне, то есть мы живем в мире, да, но есть внутренний наш человек. Мы понимаем, что если наш внешний человек, его нужно дисциплинировать, он должен вставать, он должен умываться, он должен кушать, он должен зарабатывать, он должен то делать, пятое. Но наш внутренний человек нуждается не меньше, его нужно дисциплинировать. Как его дисциплинировать? Через субботу. Христос открывает нам тайну. Это
Вообще, суббота, когда мы читаем, я уже не буду, все второзаконие, день седьмой Господу, потому что это день освобождения. Ты освобождаешься. Это день освобождения, день доверия. И чем больше мы уделяем время на о мысли о субботу, тем больше нам предстоит испытать милость Божью. И самое главное, да, здесь, конечно, вот когда мы говорим о подотчетности, например, мы понимаем, что вот работодатель дает тебе работу, да, и он говорит: слушай, дорогой, ты сделал это хорошо, ты подотчетен, почему ты плохо сделал, почему ты это не доделал. То есть мы понимаем, что мы подотчетные, мы люди подотчетные. И что мы делаем на работе или там в семье? То есть детки спрашивают нас: папа, почему ты то не сделал, почему ты это не сделал? Обижаются, если мы что-то не так сделали. Мы сами обижались на наших родителей. Вспомните, почему мама так себя, папа. Мы все подотчетные. Суббота – это подотчетный момент по отношению к Богу. Потому что Бог не будет спрашивать, ну, вернее, Он спрашивает за всю нашу жизнь, конечно, будет. Но, в принципе, главное, как ты относился к моей субботе? Я ее сотворил для тебя. Я для тебя, чтобы ты наслаждался, чтобы ты сказал: весьма хорошо. И после этого вышел с новой силой и сказал: ну да, хорошо, поработал. Да. Первый день, второй день. А тут весьма хорошо. Получил удовлетворение. Поэтому, господа, уделите время больше, подумайте о том, насколько важно. То есть начните планировать субботу, сделайте баланс, да, ничего никому не доказывайте. Просто поймите, что суббота, и наш Иешуа, он говорит: если вы хотите меня познать, Иешуа, я и Отца, суббота, в этот момент познавайте, углубляйтесь, наслаждайтесь, радуйтесь. Поэтому я вас благословляю всех. И в следующую субботу у нас будет конференция. Мы попытаемся сделать наше служение, ну, как-то ее записать раньше или лето. Мы идем все, у нас избранный народ, Chosen People, проводит большую конференцию. Приезжает у нас Майкл Браун, там будет прославление, это будет целый день. И будем наслаждаться субботой со всеми мессианскими общинами города Лондона. Поэтому, ну, может быть, мы снимем, может быть, покажем все, что там будет происходить. Ждем вас все равно. Мы постараемся подготовить или позже, или, ну, разбор главы следующий. Всего вам доброго. Пишите. Спасибо всем, кто нас сейчас смотрит. Спасибо всем, кто смотрит в записи. Пишите. Ждем вас. Будьте благословенны. Шаббат шалом.